Всем привет, ребята! Сегодня у нас будет не посылка из Китая, а обзор вот такого вот плазмошара из Китая. К сожалению, распаковку его я снимал, но ничего не записалось. Так что сниму только обзор. В общем-то, вот такой вот коробочке все это прислали нам. Mirocerious Beautiful Shining Sound. Типа звук, свет, красиво, бла-бла-бла. Давайте откроем. Здесь какой-то наш штрих-код. Знаете, как в магазине там Tiny Dildy. Вот они на каждом товаре штрих-код печатают. Ну, я думаю, он просто купил в магазине, пошел на рынке там у себя где-нибудь и нам прислал. Внутри такой вот шарик. Здесь у нас картонка. Не помню, ребят, честно, сколько он стоит. По-моему, в районе $10. Может, чуть поменьше. Ссылочка в любом случае будет в описании. Так что такие дела. Так, тут у нас инструкция. USB Plasma Ball. Я знаю, что он... Смотрите, ребят. Тут у нас есть вход под USB. Здесь у нас 5 Вт, 300 мА. Но самого провода в комплекте не оказалось. То есть только от батареек он может работать. Внутри у нас открывается... Ай, господи. Не могу открыть. Вот крышка. Здесь у нас 4 мизинчика батарейки. Так что вот так вот. И у нас такой рычажок включения. Давайте сейчас я выключу свет. Все, теперь вам будет видно это лучше. Вот такой вот шар у нас. Так, сейчас я постараюсь. Господи, что я делаю? Вот. Смотрите, у вас фокусировалось. Здесь у нас 5 точек касания, то есть он может на 5 пальцев распространяться. Если вы поставите 6, он уже будет, ну, замыкаться, короче, 6 касаний нет, как мультитач, 5 касаний здесь. Если вы просто будете долго держать, вы реально почувствуете тепло. Ну и могу сказать, что от него реально исходят какие-то вот такие звуки. То есть звук реально есть. Ой, что я могу сказать? Чуть позже я увидел такую же лампу у себя в городе, в магазине. Стоила она 700 рублей, но она была, ребят, я не знаю, больше, чем в два раза больше. Так что, если вам нужна такая маленькая, чтобы вы размер ее понимали, вот, две руки. Округлый шар, вот моя ладонь, может полностью этот шар взять в руку. Если хотите шарик побольше, советом поискать в своем городе, думаю, вы что-нибудь похожее найдете. В общем-то, вот такой вот шар, ребят. Такой вот коротенький обзор был. Ну, на этом все. Ссылочка будет в описании. С вами был Стинки. Всем удачи и пока.